Так цветет граб топиталом белым. Есть на сайте листовые черенки и сами растения. И посмотрите, здесь два разных цвета цветка. Видите, вот такой вот светло-розовый и вот такой вот ярко-красный, наверное, даже не знаю, как сказать. На самом деле они даже чуть-чуть отличаются по форме листьев, не только по цвету цветков, но и у этого вида листья более пологие, ну, здесь плохо видно, а у этого они такие, как будто бы, в общем, более толстые листики, более широкие. Вот, на сайте представлен вот этот вот вид. Вот, так что вот есть вот такие вот два разных граптопиталума. И вот смотрите, у него два цветочка вот такой окрас имеет. Вот, просто похвастался.